сейчас посмотрим, сейчас. Вообще-то всегда хорошо, когда человека, которого пишешь, всегда осознает и становится автором. Думаю, для художника больше праздника, чем это, не существует, поскольку он находится полностью в своей стихии. Именно сегодня Лена в этом мне очень помогла, правда, ее работу еще не закончила. Нуждается времени, зима, короткое освещение, да, короткое. Но надеюсь, в ближайшее время закончу работу. Сегодня несколько потеплело, нет? Do not sleep tonight. I may not ever. Лили, чуть-чуть вас. А теперь Марио Ланца, Хозе, мой при Жоржа Безе Кармен, ария из второго акта оперы. Галька, тебе меньше всех досталось. Не снимай. Прошу к столу. Да. Полевые условия, так сказать. Я не знаю, как это сказать. Волосы – это не случайная, понимаешь, вещь. А когда я бородой вообще, у меня тоже было время, когда я бородой ходил. Понимаешь, многие люди поспорят, но как-то больше, что ли, тебе оставляет, отделяет от суетного мира. Ты более уверенно находишься, чем... Ну, это такое, понимаешь, вот спорное, но я так по себе почувствовал это сейчас. Вот. Если бы это никакое было, и Бог и женщине одарил бородой, да? Видишь? Женщине это не надо. Почему? Да. А как почему? У некоторых женщин очень даже растет. Ну растет, но... Ну, кстати, есть любители, есть любители. На камеру, когда хочешь, чтобы все было нормально, не обращай внимания. Да. Я не поняла, что это. И когда я у него спросила, что это на фотографии, он говорит, это тротуар. Тротуар, он был наполовину растаявший от снега, да? В нем отражалось что-то, какие-то деревья, какие-то кусты. И вот непонятно что, не видно ни бордюров, ничего, только вот это какое-то непонятное отражение. И это было так красиво, я говорю, что это? Он говорит, это обычная дуга, да. По которому ты каждый день ходишь. Да. И ты этой красоты не замечаешь. Я говорю, а это что такое? Он говорит, а это из моего окна. Ветка какая-то вот в ине. Настолько красиво, вот просто понимаешь, что это действительно... Понимаешь, фотограф тот же художник, просто... Это художник, это он сам является, скажем, живописцем, инструментом становится кисти, краски, карандаш, а фотограф – камера. А все равно и он смотрит на мир, правда, правда, у фотографа есть один минус. Они всегда одним глазом смотрят, одноглазовый, а художник двумя глазами – это именно очень важное. Разницу дает? Но фотограф, он более объективен в выражении искусства. Нет, разве объективности нет? Нет, я думаю, существует. Нет, я это думаю, что так это кажется. Не объективность, это знаешь что? Виртуозное вранье, это более-менее приближается к объективности. Ибо правды природы недоступны человеку, чтобы он им приближался. Понимаешь? Ты напутно сказал, я ничего не понимаю. Правда?
там, вы понимаете, реаль, правда, как бы реаль, вот это реаль, в котором мы живем, да? Он вот каждую секунду идет в историю, он непостижим нами. Нам кажется, что вот мы, понимаешь, владеем этим миром, но это нам всего лишь кажется. Нам сложно осознать это. Поэтому мы придумываем разные мифы, понимаешь? Вот творческие люди, вот скажем, вот видишь камеру, да, там есть рамка. Мир не ограничен, божественный, а художник ограничивает этот мир. Вот, чтобы человеческое измерение воспринять, осознать его. Он не может делать так, как создатель. Вот видишь, ты эту красоту каждый день как видела, да? Вот, вот, я не замечала. А потом человеческим измерением тебе показал и... Благодаря тому, что ее поместили в рамку, она стала заметной. Потому что он показал путем, как скажем, обмана. Почему очень виртуозного обмана. Нет, путем фокусирования, можно так сказать. Ну, он ладно, сфокусировал, обман, он поместил это, в рамку. Шокирует это слово, но художественным путем, как бы, понимаешь, то же самое он тебе сделал доступным. То, что ты каждый день могла видеть. А давай лучше Сашу спросим. Он ближе к этому. Спроси. Он нам сможет объяснить это лучше, наверное. Это зеленое. 5-6 раз, а это третий раз ты зеленый. Ты что, серьезно, что ли? I may not ever. The sins of the past have come. See how they sit down. Together outside my window, outside my door, and I know the reason what they've all